Просили показать, какие орхидеи здесь есть. Но вот я зашла в один магазин, и сейчас я в другой магазин зашла. Значит, вариантов много. Очень красивые цветочки. Не всегда бывает их много. Бывает какой-то один, два, три, там четыре вида. Вот сегодня повезло. Их много. И вообще цветы есть во многих магазинах, они разные, и цены разнятся. Вот сейчас покажу, какая цена. Так, ну вот эти вот $34, ну, 35, можно так сказать. Вот в предыдущем магазине дешевле было. А, ну вот небольшой цветочек. Вот такой вот. Он идет $12. Вот такие вот. Сколько он тут идет? Цену не вижу. Цену не вижу. Бесценный. Ну вот идет вот такой вот розовенький. Он идет $20. В общем, тут они разные цены. Сегодня выбор огромный этих орхидей. Конечно, вот беленьких много. О, вот интересный вариант. Я не знаю насчет того, где тут есть, может быть, специализированные магазины. Я цветами не увлекаюсь, но цветы везде есть. Вот если посмотрите, да, вот и туда, дальше, и все, и в горшочках. И время от времени появляется, ну, большой выбор, много. Может быть, есть специализированные магазины. Специально орхидеи не искала. Ну, вот то, что есть, сейчас показываю. И еще я так поняла, что вы хотите привезти сюда цветы. Но я сильно сомневаюсь, что можно это делать. Я знаю, что семена, довольно многие семена, но, может быть, даже все, нельзя везти, ввозить в Америку. Что вот с луковичными или вот с такими, вот я даже не знаю, можно ли их ввозить, не будет ли у вас проблем. Если вы везете вот эти цветочки сюда. Иногда бывает выбор каких-то цветов, одних вот очень большой, потом других, потом третьих. Я вот одно время видела очень много тюльпанов, люблю тюльпаны, но вот сейчас какие-то такие не очень уже появились вот они, но не очень интересные варианты. Вот эти вот интересные.
розы есть во всех магазинах. Разные. Большие кусты. Иногда прям очень большие кусты есть. Но это вот маленькие. Но недорогие. А вот здесь тюльпанчики есть. И вот они все идут уже пророщенные. Можно сажать. Что мне нравится, цветочки оформлены так, что уже цветущий ты можешь подарить, и его сразу можно высадить, и он уже будет вот весной уже радовать. Вот такая вот красота. And she'll sketch them later, right? Ну все, всем пока-пока.